Сегодня в Казахстане в мире и гармонии проживают люди разных национальностей. В стране, где никому не тесно, праздник единства встречают одной дружной семьей. С особым настроением День мира и дружбы отмечают кызылординцы. Здесь проходит выставка этнокультурных центров, авто и велопробеги. Подготовлена грандиозная концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. Самым масштабным событием дня станет театрализованное представление. 150 человек в национальных костюмах вынесут на сцену шанрак, символ единства народа Казахстана. А на центральной площади уже раскинулся импровизированный этноаул, где представители разных национальностей знакомят горожан с традициями и культурой своего народа. В числе активистов Центр славяне, который возглавляет Галина Сергеевна Щербакова. Галина Сергеевна, с каким настроением вы сегодня встречаете первомайский праздник? И что сегодня ваш центр подарит кызылординцам? Сегодня действительно такой замечательный день, солнечный день, и у всех прекрасное настроение. Мы, общественно-культурный центр «Славяне», постарались прийти сегодня с богатой выставкой, показать обычаи и традиции русского народа, показали, организовали выставку русского народного ремесла. И мы организовали еще национальную кухню, угощали всех жителей города пельменями, варениками, пирожками. То есть мы все радуемся, что мы живем на земле Казахстана, под одним единым шанраком. И все мы, независимо от национальности, отмечаем все праздники сообща. Местные власти для жителей и гостей города подготовили грандиозную концертную программу «Мэнгельк Ель Казахстан» с участием звезд отечественной эстрады. Настоящим подарком к празднику стало выступление примадонны казахстанской эстрады Розы Рымбаевой. По улицам областного центра организован авто- и велопробег «Кызылорда до Стыкмекене». В акции наравне с профессиональными спортсменами, призерами республиканских международных соревнований приняли участие велосипедисты-любители, представители молодежных организаций, этнокультурных центров области. В рамках празднования Дня единства народа Казахстана во всех населенных пунктах региона запланировано более 200 мероприятий с широким привлечением представителей различных эпосов гражданского сектора, ветеранов и молодежи. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылорда.